Справа в нападении действует тот же, очень активен, очень хорош сегодня румын. Пара его передач обязаны были стать голевыми, но не забивали партнеры, в том числе Эль-Араби прежде всего. Ну и слева в нападении действует Дани Бенитес. Опять же, слева в нападении или слева в полузащите, это кому как больше нравится. И так вот постоянно тот же и Дани Бенитес на пару разыгрывает все штрафные. То один, то другой выполняет подачи, и редко они оказываются очень опасными. Собственно говоря, именно после углового в итоге Гранада также свой гол и забила. Микель Рико слева и пытался ударить, а это гол! Это гол, и в начале второго тайма, буквально на 48-й минуте, Гранада выходит вперед. Дани Бенитес наконец-то попадает в дальний угол. Сегодня однажды он уже бил на исполнении, клал корпус, шведой с левой закручивал в дальний угол, но тогда мяч пошел выше. Вот сейчас все оказалось исполнено действительно идеально, и Дани Бенитес забивает свой гол в этом поединке. До этого он отметился лишь желтой карточкой, и этот мяч становится для него первым в чемпионате. Ну, хороший здесь отскок, и вот такой вот кинжальный удар в дальний угол. Действительно великолепно попадает левый полузащитник. Гранада впереди, 2-1, и преимущество этой команды абсолютно заслужено. Вот так вот, то густо, то пусто. Последний раз два гола. И вообще голы последний раз забивала Гранада. Также в гостевом победном поединке Бетису было это. Сейчас 17-й тур, значит, это было в 12-м.